Получи $50 для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни. Это Шашлык. И мы продолжаем играть во Flatout 2. Так, ну что ж. Давайте сделаем попытку пройти гранд-финал. Очень здесь сложные гонки. Просто сложнейшие. Я буду ехать с такого вида, потому что у меня так лучше получается. Рэй Картер, научись ты стартовать хотя бы. Здесь просто все несутся с неимоверными какими-то скоростями. Все друг друга летают, вылетают, разлетают. Вон, пожалуйста, София, вы видели, как сейчас кувыркалась? Это дает нам шанс занять первое место, но вряд ли я приеду эту гонку, вот именно эту, на первое место, потому что, ну вот, пожалуйста, все, ресет, ресет, быстро поехали. Вот этот поворот, он очень сложный, я все никак не научусь в него заходить, ну ладно. Хоть сюда заехали. Нас, по-моему, пнул сейчас Джейсон Уолкер. И вот результат. Слушайте, мы такой эпичный оборот сделали. Ой-ой-ой, ну все, 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 все. Третий, четвертый. У Джека Бентона больше половины жизни нет. Это все на первом круге. Так, ладно, едем. Итого мы вторые. А кто же на первом месте-то? Не знаю, кто на первом месте, но тот, кто на первом месте, имеет очень большой отрыв сейчас. Очень большой, и вряд ли мы уже догоним. Вау! Слушайте, а с такого вида на самом деле даже прикольнее в чем-то гонка. Так камера крутится, кувыркается, прям даже реализм некий ощущаешь. Кстати, не знаю, говорил я вам или нет. В прошлых выпусках, но я на машине в реальности переворачивался. Причем прям так вот. С колес на крышу, с крыши снова на колеса. То есть полный оборот. Да, было такое дело, улетал в обочину. Причем во встречную. Ну, благо встречек не было, ничего, все обошлось. Но было, было. Так что мне это знакомо. Правда, дело было ночью. Но ничего страшного. Ладно. Продолжаем нашу гонку. Продолжаем, продолжаем. Второй круг мы едем вторыми, пока никто у нас это второе место не отбирает. Полная нитро, и выходим мы на третий круг. Выходим мы на третий круг, пока второе место. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ху-ху-ху-ху-ху. Аккуратнее здесь надо. Как тяжело, как тяжело дается этот. Да, еду я, кстати, на машинке Bullet GT, кто не понял. Вот, это последняя машинка в стрит-серии, которая открылась, ну, собственно, когда я уже прошел все обычные гонки. Непосредственно перед гранд-финалом она открылась. Так, кто там меня хочет обогнать? Не надо этого делать. Так, залетаем мы в этот поворот. Ну, хотя бы второе место было бы неплохо, на самом деле, занять. Ну, я думаю, у нас получится, судя по нашему отрыву. Ну, прикол в том, что тот, кто на первом месте, он уехал просто агро далеко. И я не знаю, кто там, София, наверное, может быть, Джек Бентон. Сейчас посмотрим. Ну, со второго места у нас начинается гранд-финал. Да, София. Ну что ж, давайте продолжим. Давайте продолжим. София у нас имеет 10 очков по итогам этой гонки. Я имею 8 очков. Так. Что ж, давайте вторую гонку проедем. Теперь наша задача не пустить второй раз вперед Софию. Хотя здесь еще не принципиально на самом деле. Ой, жесть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну как я мог лететь? Слушайте, нас заставляют кушать пыль просто все. Да, вот у этого вида один такой существенный недостаток, что
очень, если едете за кем-то, то очень много пыли летит вам в монитор. Ой, нам крэш-аут дали за Рэя Картера. Да ну хорош уже ездить по этому пустырю. Уйди. Да уйди, ну в конце концов. Кэти. Так, шестое, четвертое место. София по-любому уже впереди. А, вот она, кстати, и София. Сейчас мы ее увидим. Что там у нее с жизнями? С жизнями у Софы все хорошо. Блин, вот этот вот трамплинчик, он на самом деле нечестный, потому что на него, как ни въезжай, все равно тебя выкинет. Уйди, Софа. Ну, блин, ты ж... Получается, я сам себя в нокаут отправил. Ладно. Пятый. Ой, зацепился я за край оградки. Не знаю, можно ли так срезать. Видимо, можно. Никто не заметил. Сделаем вид. Точнее, все сделали вид, что они не видели, как я срезал. Ну, жесть. Просто тут стоги сена валяются. Все валяется. Рэй Картер, благодарю тебя. Только не надо меня таранить, пожалуйста, сзади. Так, в итоге мы на третью строчку вырываемся, и это последний круг. Опять этот злосчастный трамплин, сейчас он еще более-менее, мы на него залетели. Так, не знаю я, кто там на первом месте, но давайте сейчас будем узнавать. Желательно нам, конечно, снова занять вторую строчку, но София Мартинес, как мы можем видеть, сдаваться так просто не собирается, она нас обходит более того. Вот, сейчас-то мы ее и выбиваем. Так, на первом месте. Ну, давай, ресет, рестарт, я не знаю, или езжай уже, ну, что-нибудь делай. Да ну, блин, ну, Софа, ну, пожалуйста, не надо меня объезжать. Ну, какое дерево нафиг? Крэш-аут. Ай, мы четвертыми сейчас будем. Ну, Софию Мартинес обогнались. Так, сейчас посмотрим. Но она сразу за нами. Блин. Да. Плохи наши дела сейчас будут в плане турнирной таблицы. А, ну мы вторые. Что? А София Мартинес первая? Ух ты, как хорошо. Так, мы сократили преимущество. Я думал, мы вообще сейчас летим. Слушайте, о, как здорово. Джек Бентон, Джейсон Уолкер, мы их на 2 очка опережаем. Замечательное начало, это не худшее начало, учитывая, что дальше асфальтовые дороги. И на асфальтовых дорогах у меня лучше получается ездить. Ну давайте еще одну. А, хотя вот эта трасса, она не асфальтовая, она только одно название. Так, в общем, сейчас наша задача объехать снова Софию Мартинес. Вообще наша задача здесь приехать уже первыми. На асфальте лучше побеждать, а не проигрывать. Рэй Картер, уйди. Кстати, кто-то мне писал, что Рэй Картер вроде бы как будет фаворитом в гранд-финале. Ну, что-то я пока этого не сильно наблюдаю, что он тут прям фаворит. Прям побеждает тут или как. Так себе едет на самом деле, пока показывает. Довольно-таки средненькие результатики. В принципе, как и я. Блин, ну очень много мусора, и я просто не вижу, куда мне ехать. В итоге вот так вот проезжаю первый круг. Да, на этой трассе тяжеловато. Тяжеловато пилотировать машину нормально. Ну, хотя нормально. Еще не все потеряно. Давай, едь. Хорош, тут эти столбы, почему еще никто их не посносил? Вот этот всякий мусор, ну блин. Жестко. О, София Мартинес тем временем обогнала Джека Бентона. Это, кстати, очень даже плохо. Джек Бентон там... Ну как, на чем мы перевернулись? Джек Бентон там тоже прыгает эпично.
Я уж не знаю, как вот здесь можно нормально заехать. Наверное, как-то можно. Ладно. Не принципиально. Джейсон Валкер там в нас впилился, ему делать нечего. Думает, дай впилюсь в шашлыка. Опять в нас впилился, да ну... Ты чё, вообще идиот? Или что? Тем временем София Мартинес уехала просто очень далеко. Наверное, я буду делать рестарт. Хотя нет, не так далеко она уехала, в принципе. Ну, сейчас четвертый круг покажет. Сможем мы ее догнать, не сможем. Но я буду делать рестарт, если я приеду позже, чем София Мартинес. А я приеду позже, чем София Мартинес, это точно уже. Ну как, не уйдите. Вот машину вот нашли, где запарковать, а? София Мартинес, впились там в стену или... О, София Мартинес впиливается перед четвертым кругом. И у нас получается неплохой шанс победить вообще. На самом-то деле, вот мы сейчас Джека Бентона так элегантненько подвинули. София Мартинес нас преследует. Софа, ну блин, ну чё ты творишь? Мне сейчас приходится тут рисковать, прожимать нитро. Просто не эпично ехать. Точнее, эпично. Так, тут вот эти машины припаркованные. Ну, нитро, и поехали. Да. Так, пока мы первые. Нормально. Вот он финиш. Если мы победим на этой трассе, это будут неплохие шансы победить в гранд-финале. Да, отлично. Мы побеждаем. Все, здорово. И давайте смотреть турнирную таблицу. Джек Бентон еще и на втором месте. Это вообще замечательно. То есть сейчас у нас отрыв будет 3 очка. Да, 3 очка от Софии Мартинес у нас и 4 очка от Джека Бентона. Это здорово. Неплохо мы идем в гранд-финале. 3 гонки осталось, 3 очка есть отрыва. Все замечательно. Ладно. Думаю, на этом этот выпуск мы закончим. Большое спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.